А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Алекс Стор. Ссылка в описании. Можно вот эту фигню, но она пятнашку. Добавляю, это стоит полторушку. Но я не знаю, если паркинг будет крытый, типа это будет выглядеть странно. Забор как бы добавляет, но тоже лучше такой уже ставить. То есть тут 15 мы за $250 получаем, если кусты вот эти взять, цветочки. Давайте купим. Штук. Черт его знает сколько. Много возьмем. Полтинник давайте возьмем. 2,5. Сейчас посмотрим, что мы можем сделать. Кстати, игра еще раз после этого обновлялась. Только в этот раз уже на 2,5 мегабайта где-то. Короче, хз, что там обновляется. Так, полтинник или сколько я взял? Короче, мы сейчас будем ставить. В первую очередь между деревьями начнем лепить их, наверное. Ну, потому что их хз куда. Чтобы чисто набить рейтинг. А дальше будем смотреть. Так, 95, 86. 85. Не, еще рано. Чуть не загрузил. Так, ну, никто не бежит, отлично. Заезжайте. Не знаю, сколько там цветов влезет, конечно. Нам в карманы. Но загрузим максимум. 11 килограмм, что ли? Да. Понятно. Так, давайте, наверное, с этой стороны пойдем. А, блин, тут дофига проходить. Короче, мне кажется, полтинника мало. Нужна соточка. Так. Ого, нифига себе размерчик. Короче, вот между вот этими кустами везде буду сейчас ставить и все. Главное, чтобы не получилось так, что места не будет между ними. Потому что здесь-то я ставил, ну пофиг как-то относительно. Просто как кустарник какой-то. Если бы что-то одно было, было бы норм. А так реально как куча кустарников. Кстати, а давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Так, 18. Сейчас сюда ставлю. Сколько у нас осталось? 4. Погнали, сейчас возьмем еще. Чтоб точно понимать, 18 там будет или не 18. То вдруг другая цифра выйдет. Но рейтинг нормально поднялся уже. Так, 22 штучки взял. Мы тогда просто будем знать, сколько заказывать. Хотя мы сейчас 6-й получим, можно в принципе все продавать нафиг. Не держать 6-й левел. Я бы на самом деле эти кусты поубирал бы, если честно. Так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Так, 18 плюс... А, блин, а тут же дофига. Так, калькулятор лучше возьму. Лучше возьму калькулятор.
18 умножить на 1, 2, 3, 4, 5, 6. Умножить на 6. Равно 108 минус. 108 минус. 1, 2, 3, 4. Минус 4. Остается 104, там еще у нас сколько-то лежит. Хотя нет, нужно по-другому. 18 плюс 18, минус 4, минус... Сейчас сколько-то еще будет. Мы просто одну загрузим, я думаю, их хватит на рейтинг. Так, и минус 10. Минус 10 равно... 22 штучки нужно заказать, чтобы сейчас заполнить полностью две парковки. Заказ. Замечательно. Я здесь сейчас поставлю сразу, чтобы далеко не ходить. А хотя ладно, 10 штук можно и оттуда поставить. Сейчас и деньги толком никуда не тратим. Потому что ждем забор. А забор когда поставим, ох, бабки пойдут у нас в расход. С бешеной скоростью просто. Еще небось второй этаж нам будет стоить, я не знаю сколько. Скажут там, например, полтос давай. Это же будет конец просто. Чуть бомжа давно не видел. Или может он ворует? Ну, как помните, тогда было, типа он украл, а нифига нам не предъявили. Ровно 40. Так, нужно разгрузиться немножко. 84 рана, 78 рана. Вот здесь мусора много. 72. Немножечко загрузили. Так, цветочек. Надеюсь, реально этого хватит. Если не хватит, придется еще покупать. Не хватит, я вас понял. Не хватает. Так, что ж, тогда 18 умножить на 4 равно 72. Интересно, сколько это денег потянет, 72 штуки. Ну, давайте заказывать. Задолбаясь потом их снимать, конечно. Так, 72. Ну, о, кстати, 180 кг уже может привозить. Не 60, как раньше. Так, 72, офигеть. У меня хоть на склад столько войдет или нет? 3600. Слушайте, ну, по бабкам не так уж и много. Ждем. Что тут по нашим преступникам? Ну, вроде никого. Так, а что у нас по складу? Хот-доги еще долго купаться. Снеки чуть быстрее. Где грузовик? Он уже проехал, что ли? А, вон едет. Так, никто не бежит? Пока что нет. Отлично. Так, сейчас будем ставить. Доставочка. Так, калькулятор нам уже не нужен. Считать здесь. Но это вот точно хватит. Я думал, может хватит тех двух стоянок, но получается, что нет. Как вы видите.
Этого оказалось слишком мало. Начну отсюда, чтобы потом меньше ходить. На эту сторону мне полностью хватит. Кстати, ночью еще мусор соберем, и нам точно рейтинга должно хватать. Так, никто там не бежит сквозь дыру в заборе. Ну, вроде бы никого не видно. Пока что. Осталось 26, не влезет. Вон дверь украл. Да его не догнать, он тупо с бешеной скоростью носится. Двери у кого-то уже нет. 78 63 84. Посреди белого дня только выглядывал гопник, и этот черт уже дверь угнал у меня. Да уж. Так, вон тачка без дверей, сейчас на 600 баксов влетим снова в очередной раз. Но бабки пока что пофиг. Конечно, понимаю, что в целом мне пофиг, но в данный момент пофиг, потому что мы сейчас не преследуем цели что-то их набрать. Мы сейчас просто преследуем цель, это рейтинг. И потом уже будем думать, когда нам сейчас зарядят полтинник на второй этаж. Или сколько, я не знаю, это просто предположение, полтинник. Тогда уже будет видно. Так, надо быстрее, пока не потемнело, все засадить. То уже темнеет, в темноте нифига не видно будет. Хозяина пока что еще нет. Кустик. Давай на эту сторону теперь. Капец, я криво их ставил. Нужна какая-то, я не знаю, привязка, что ли. Чтоб оно было хоть поровнее, покрасивее. Как непонятно что. Налеплено все. Спасибо за свет. Так, остатки нужно забрать. И поломку решить как раз рядышком. Так, все, кусты уже все. Блин, ну я не знаю, 3500 нужно или сколько там, или 4000 туда влезет. Ничего, сейчас дворник припрется. Возможно, этого будет достаточно. Я надеюсь.
Потому что сейчас не хочется ни на что тратить бабки, хочется просто получить 6 левел. И тогда уже думать об улучшениях. Так, что мы можем тут еще сделать? Да нифига не можем. Ну, заборы, да, можем поменять, но толку от этого. О, кстати, у нас вон барахло что-то где-то валяется. Можно поставить, чуть-чуть добавят буквально уровня нам. Вот так вот. Я думал, сейчас будет ДТП, но нет. Блин, кофе, никто две чашки не может заказать. Несчастных. Минус 250. Ну давайте мне репутацию. Еще 2,5 часа. Может что-то купить? Чтоб уже наверняка, так сказать. Да не, подождем. Или можно секцию забора воткнуть. Вон пока что временно. Если что, продадим. 250 баксов не обеднеем, но 10 рейтинг может нам реально помочь. Че, уже снова полный? Офигеть. Я тебя вижу. Hey, get the hell out of here. Но от бомжа больше всего убытков. Офигеть, уже двадцатка. Уже двадцатка бабок. Норм. О, доставка приехала. Кусочек заборчика. Так, мне нужен 6 левел. Мы, конечно, можем его легко получить, просто купив всякие плюхи. Но хочется его получить, не покупая плюхи. Хотя проще было реально купить плюхи, чем вот эти цветы покупать тоннами. Так, бомжа что там не видно? Смена прибежала, уборщик прибежал. Сейчас рейтинг пойдет вверх. Сейчас сразу тут хлоп-хлоп-хлоп и все. В автомат залез. А, то есть там мусор даже внутри, что ли? А, то он так поднимает, ладно. Рейтинг растет. Он насколько сейчас поднимет? 200. Но 3700 сделает. Блин, мне кажется, его сейчас хватит, мусорщика нашего. Я думаю, прям реально хватит нам на рейтинг, потому что палец уже полный. Мусор сейчас пособирает, и все, 6 левел наш. Я думаю, там 3600 где-то. Откуда он побежал? И исчез. Наконец-то. 6 левел. Не может быть. Мы дождались. 30-ка. Второй этаж 30-ка. Угу. Угу. Но зато нам собирать всего лишь пятерку осталось. То уже хорошо. Уже 35% загрузили, офигеть. Так, но автоматы никто не пользуется. Хот-доги тоже пока что стоят. Мусор собирают. Все, следующий левел нам, в принципе, пофиг. Хотя может оказаться, что реально подземелье это 7-й левел. Это будет прикольно, конечно.
Но второй этаж это круто. Потому что это сразу сколько? 1, 2, 3, 4, 4 парковки дополнительных. Бабки просто будут ручьем литься к нам. И можно будет реально тратиться на забор, на всю фигню. Я думаю, в первую очередь пойдет безопасность у нас. Но потом уже все, что нужно. И уборщиков наймем постоянных. Так, давай, тридцатка. Сегодня у нас будет второй этаж. Блин, хот-дожики какие ароматные, да? И бургеры. I've got to keep an eye on business. Кто спросит, нафига я прыгаю, я не знаю. Просто так. Но навесы реально нам нафиг не нужны будут со вторым этажом. Потому что это будет полная фигня. Потому что не вижу никакого смысла в них. Мы их поубираем. Пофиг, что будем меньше зарабатывать, но ну, как-то будет поэстетичнее смотреться. Так, наступает утро, сейчас будут массово тачки забирать и будет хороший доход. Один. Снова глюк какой-то. Минус 1 надо сохраниться. Раз оно подлагивает. Я тебя вижу. Закрытые, неизвестно что. Может, а, хотя нет. Кто сказать, может, можно будет человека нанять, а потом думаю, блин, а там же нет его в списке. Можно было бы кого-то реально нанять, чтобы они заправляли автоматы. Хотя автоматы не зарабатывают столько, чтобы их, ну, работника нанимать для них. Но было бы круто. Так, 27, что? Че, на работу никто не едет, что ли? Вы прикалываетесь? Капец какой-то. О, прикольно. По ним можно ходить уже. Хотя нет. А, да, можно. Но бегать гораздо интересней. Так. Список целый машин пошел. Отлично. Сейчас будет второй этаж. Причем чертовски быстро будет. Вот эти машины, три штуки, сейчас точно сделают тридцатку мне. Парам-парам-пам. Так, 300 баксов и 400. А мне нужно сколько? Мне нужно 300. Седьмой левел. Да, седьмой левел нужен. Для той фигни. Так, вон лестница наверх. Ох. Да, фигня это крайне криво выглядит. Но оно рассчитано, что оно может здесь стоять. И походу... Да хотя нет, придется забор делать, чтобы рейтинг поднимать. Потому что не хочу рейтинг этой фигней поднимать. А потом уже, если не хватит, тогда будем поднимать. Ого. Так, ну там я понял, въезд-спуск. А там что-то... А, там тоже лестница. Я думал, туда машина может свалиться. Да. Так, ну в теории, типа вот тут 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, да? Нет?
Нет, тут походу нет. Короче, я не знаю, нужно сейчас купить сколько-то. 9-10 возьму. И посчитаем. А фонарь что там, норм? А, он там так и стоит. Кстати, надо купить еще один фонарь наверх. Проверить, можно ли поставить. Камеру вряд ли, те боковушки тоже вряд ли. А, и нужно вот эти обычные купить, посмотреть, может тут снизу на потолок можно. Короче, нужно закупку сделать. Закупка у нас будет такая. Один фонарь такой, один такой. Хавчик не нужен, декорации, безопасность. Ну, камеру для прикола можно взять, проверить. Что я хотел? А, краску. Краску берем 10 штук. Итого трешка. Вот сверху, кстати, можно будет реально сделать навесик. В натуре. И сверху зарабатывать, и снизу оставить. Так, грузовик наш едет. Замечательно. Никто вроде не бежит. Зарядить кофеечек, зарядить, а тебе еще рано. Так, ну потихоньку продукты расходятся. Так, это все мне влезет в карманы или нет? В первую очередь краску возьмем. Ну и фиг с вами. Потом. Главная краска. Так, красочка использовать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, значит. Так, короче, 8, 16, 24. Так, 8, 16, 24, 32, 40, 48. Правильно, правильно. Так, 48 минус 2, 46 красок нужно нам. 46, народ. Офигеть. Пойду закажу сначала их. Думаю, нужно этим в первую очередь заниматься. 46 штук. Жесть какая. Ну, кстати, они тоже рейтинг нам повышают. $9200 нужно. О, бабки есть. Замечательно. Заказ. Кстати, когда смена там? 14 часов? А, все нормально. Успеют заработать. Так, что я там со склада не успел взять? Все, идем смотреть. Идем смотреть. Я думаю, можно с этого фонаря начать. И вот точно есть куда поставить. Кстати, а здесь... Ну реально, если мы будем делать мини-парк, нифига. Вообще нифига. Ладно. Но сверху точно можно, я думаю. Так, один. Два. Три. Четыре. По центру сейчас еще пройду, чтобы наверняка. Кстати, на лесенке нифига нет. Кстати, а вот там снизу, то есть это 8 штук, один у нас есть, еще 7 штучек нужно. Может, тут снизу где-то можно или нужно? Не, нифига не видно. Так, значит,
8 штучек. 7 точнее. 7 штучек. Ну, камера тут очевидно, что некуда. Кстати, может на фонарный столб? Да вряд ли. Но оно определяет как объект. Сейчас пойду внизу посмотрю. Так, ну здесь, как видите, ничего не поменялось. Так, хорошо. А вот это... Ага, так, считаем. Раз. Два. Две на стоянку. То есть два. Четыре, шесть, восемь. Семь тех нужно еще. Понятно. Так, свет. А 7000 нету, пофиг. Сейчас мы пока нарисуем и появится. Так, красочка. Кстати, надо еще раз краску пересчитать, чтобы понимать, сколько нам этих бордюрчиков нужно поставить. О, нифига, заставили уже все. Жесть. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 8. Так, 8, 16, 24, 32, 40. 48. Я правильно посчитал? 8, 16, 24, 32, 40 и плюс 16, 56 этих бордюрчиков, я офигею заказывать. Но зато денег будет хоть жопой жуй. Так, а сколько сказал? А, 56. Точно, я уже забыл. Угу, по весу не проходит. Пусть будет 40. И еще 16 нужно. Главное запомнить, что нужно 16. Офигеть, краска быстро уходит.
Так, забрать. Блин, можно автоматы зарядить. Так, сколько там? 16 еще. И фонари. Этих 7. Блин, снова по весу фигня. Ладно, фонари отдельно закажем. А как так? Если сейчас 16... 178 кг, а как мы тогда привезли больше? Фиг знает. Непонятна логика, но ладно. Как вовремя. Блин, на улице кто-то музыку врубил, я думал, в игре начала играть музыка. Так, 15 красок еще осталось. Вон забор снова сломанный. Черти, блин. Обычно. Так, использовать. Мне точно хватит? Это выглядит так, что нет. Как я вообще покупал? Я походу как-то неправильно посчитал. Так. Тут все нарисовано, тут все тоже нарисовано. Четко сделано. Блин, у тех 15 осталось, тут не хватит 15. Или хватит? А, ну да, должно хватить. Слушай, походу реально хватит. Так, надо мусор, наверное, выбросить. Тут дворник офигеет. Он вздернется, наверное, когда увидит, сколько мусора. Так, что тут приехало вообще? Ага, фигня это приехала, понятно. Так, надо еще свет заказать. Да ё-моё. Прикалываетесь, что ли? Все столько много весит. Краска. Ну, кстати, деньги вообще вот сейчас на все покупки нам хватает. Вообще не проблема. Сколько он нафиг расходуется? Сколько там взял? Сколько там осталось? Мне непонятно. Надо посмотреть, сколько там еще. У нас расход какой-то неадекватный. Так, какие лампы мы там купили? Понятно. То есть нужны еще обычные фонари, 7 штучек. Так, обычные фонари, 7 штучек. Да вы прикалываетесь. 6 и еще один закажем. Капец. Так, краска. Надеюсь, это финиш уже по краске. Один, два, три, четыре. Огонь. Так, этих 9. Сейчас там начну с конца ставить.
Я их ставлю, будто ускорение срабатывает какое-то. Так, идемте за фонарями, за нашими. Сейчас нужно будет еще один заказать. Фонарик. Слушайте, если не столько на доставке весит, это мы что, по одному фонарю, что ли, можем носить всего лишь? Так, еще один нужно заказать. Один фонарь. Понятно, тут не влазит нифига. Ладно. А я думаю, что за фигня? У нас, получается, склад просто переполнен. Я думал, он резиновый у нас. Ну ладно. Так, сейчас сразу фонари поставлю, чтобы там хоть немножко светлее стало. Так, один. Вот тут поставим, а ближайший потом. Уже утро наступило. И без фонаря обошлись. Так, теперь вот эти фиговины. Все. Готово. Короче, нужно сейчас остановить все, что мы тут назаказывали. Граффити вон нарисовали. Замечательно. Но бабки идут, забор сможем заказывать. И ставить потихоньку. Но рейтинг прям вообще норм. Шпарит сейчас с этими улучшениями. Седьмой уровень, походу, самый легкий для получения. Так, учитывая, сколько мусора тут сыпется, я думаю, что нужно, наверное, нанять уборщиков. Полный набор, так сказать. Так, давайте вот эти штуковины, потому что сейчас день у нас, и они нам бабки дают. Может тогда выгрузить кофе? Хотя нет, пусть валяется с нами. Надо пойти посмотреть, что там, куда нужно зарядить. Двадцатка рано, рано, рано. Понятно. Так, что мы взяли? Окей. Пусть, короче, воровывают машины, пофиг. Я сейчас буду этим только заниматься, чтобы не отвлекаться на всякую фигню. Потому что, ну, у нас реально очень много мест привалило. Тут еще можно будет сделать крытую парковочку. И оно прям будет вообще отлично по доходу. Замечательно. Репутация растет, но я так понимаю, тут нужно 5000 точно. Так, нужно мусор выбросить еще. Я думаю, нас разорит нормально забор. Потому что его нужно реально очень много. Замечательно. Сейчас, походу, уже будут последние. Так, 15 штук влезет, не влезет. 14. Зараза. Одна штучка не влезла. Но ничего, зато дальше пойдут фонари у нас.
Зато уборщика работы сейчас очень много. Кто-то сюда едет. Отлично, с каким-то багом ставится, походу. Так, 4640. Неплохо по рейтингу, неплохо. Уборщики, походу, уже вовсю лупасят свою работу. Так, последнее и фонарные столбы. Вот это дело, наверное... Блин, а мы возле лестниц камеру не смотрели. Ладно, подождем. Так, последнюю эту штуку. Отлично. Так, фонари поставить. Там три стоит. Сейчас сюда поставлю. Замечательно. Так, надо сохраниться. Это получается 5 фонарей есть. Сейчас нужно 3 поставить. И сверху получается у нас, ну, вроде как все готово. Ну, не считая навесов. Можно, кстати, навесы еще лепить, чтобы денег еще больше было. Так, ну-ка. Сейчас с этой камерой сразу схожу, посмотрю. Может, куда-то можно лестничные пролеты воткнуть. Ну, типа снизу. Типа вот здесь, например. Не, походу нельзя. Не. Так, тогда... Как там открыть? Тогда эта фигня у нас... Продал, за полтинник продал. Сколько она стоила? Сотку, наверное. Короче, походу за полцены продаем. Так, охранник что-то стоит, втыкает. Ладно. Может, он что-то знает? Слушайте, ну нормально, этих хотя бы нагрузил. Сейчас сразу снизу там пройдусь. А, или здесь? О, тут как раз мы только одну ставили, поэтому этот ряд сейчас можно пройтись. Замечательно. Собака сутулая. Так, фонарь. Причем безопасность типа высокая, но все равно снимают двери, колеса, типа, это капец. Вот как это так? Безопасность высокая, но снимают двери и колеса. Можете это объяснить каким-нибудь образом? Так, что нужно зарядить? Есть. 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 Замечательно. Так, наши ящички становятся легче. Готово. Прыгаем вниз. Нельзя, блин. А здесь? Замечательно. Так, и ставим освещение. Блин, ну снизу было бы логично, чтобы еще можно было камеру поставить.
поломка. Где-то на втором этаже сейчас нужно пойти найти его. Интересно, колесо сколько будет стоить? Дверь 600 баксов. Колесо явно дешевле. Колесо явно дешевле. Ну, в два раза дешевле, окей. Так, ну деньги сейчас прям норм идут. Нужно сейчас секции забора закупить массово. Так, эта штука просто удаляет или продает? Ну-ка, 32, 168. Понятно, нифига не делает. Так, ну и что тут у нас происходит? Склад пустой. Пустой, только хавчик. Ну а так нам получается нужно только секции забора заказывать. А, ну или навесики сверху. Навесики по полторушке стоят. Дофига. Это сколько? Это 56 мест? Слушайте, надо посчитать. 56 умножить на 1500. 84 тысячи. Чтобы вы понимали просто, сколько это обойдется нашему бюджету. А 8 штук сколько? 12 кусков, это 8 штук. Это на одну фигню. Но хотя, кстати, на 10 долларов в час повышает. Это очень много. Я думаю, можно заказать. Ладно, народ, думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну, с вами был Алекс Фреш, и всем пока-пока.